Сейчас мы находимся в военном городке на территории солдатской Ташлы. Здесь проходит торжественный митинг, посвященный окончанию военных сборов с гражданами, находящимися в мобилизационном людском резерве. В военном городке поселка Солдатская Ташла был собран целый полк участников военных сборов. 20 дней с 29 ноября по 18 декабря здесь проходили учебные сборы. Задача таких учений – тренировка навыков, полученных участниками на военной службе несколько лет назад. Занимались тактической, огневой подготовкой, строевой подготовкой и всевозможное, все по плану занятий. Это солдаты, сержанты, офицеры, прапорщики, которые там кто-то 5, 10, 20 лет закончил службу. Военные сборы с гражданами, пребывающими в мобилизационном резерве, проводят. Трехдневные ежемесячно, 30-дневные раз в год. За время сборов резервистам выплачивают денежное довольствие и компенсируют среднемесячную заработную плату на их месте работы. Собрали нас, скажем так, с миру по нитке, сбору по сосенке. Вот, для того, чтобы мы, скажем так, сплотили свой коллектив воинский. Вот, вспомнили, кто что знал. Вот, кто что забыл, постреляли, прошли тактическую подготовку. Ну вот, вспомнили старые добрые времена. В течение 20 дней участники стреляли, отрабатывали навык вождения, тактической подготовки на полигоне, обкатывали БТР. Каждый прошел через окопы, над которыми проехала техника. Благодаря сборам их участники вспомнили не только на словах, но и на деле, как нужно родину защищать. Я 20 лет назад служил срочно. Вот, прошло 20 лет, и я здесь оказался на сборах. Впечатления самые замечательные. Ностальгия. Вспомнил все то, что я проходил, чему обучался в армии на срочной службе. Участники сборов, которые хорошо проявили себя во время учений и ответственно подошли к выполнению поставленных задач, получили очередные воинские звания. Об этом был издан приказ военного комиссара Ульяновской области. Я считаю, что здесь стоят самые достойнейшие офицеры, прапорщики, солдаты и сержанты, которые выдержали все испытания. Сборы проводились в достаточно суровых климатических условиях. Сборы были насыщены занятиями по боевой подготовке, на технике, при вооружении. Большое количество стрелковых тренировок, которые позволили вам вспомнить свои боевые навыки. За ответственный подход к выполнению поставленных задач и грамотное руководство личным составом лучшие участники сборов были награждены благодарственными письмами от губернатора Ульяновской области Алексея Русских. Закончились у нас очередные военные сборы с гражданами, заключившими контракт о пребывании в резерве. Прошли сборы успешно, граждане освоили, вспомнили свои навыки военные. Жалоб от граждан нету, поэтому военные комиссариаты продолжают работу по отбору новых граждан, которые готовы заключить контракт о пребывании в резерве. Митинг по случаю окончания сборов завершился торжественным маршем участников под звуки военного оркестра. Муниципальные военные комиссариаты приглашают жителей Ульяновской области в мобилизационный людской резерв. После оформления документов и прохождения медицинской комиссии мужчин, годных к службе, ждут на военных сборах. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.